Но усидчивость ремесленников не присуща героям следующего материала. Неотъемлемая часть их жизни – это рев мотора, запах горючего и трасса. Дагестанские байкеры открыли мотосезон. Мероприятие прошло в рамках 6-й глобальной недели безопасности дорожного движения в республике. Стартовали мотоциклисты в сопровождении сотрудников госавтоинспекции МВД в Махачкале и проехались по центральным улицам. Затем байкеры направились в сторону Кизилюртовского района, где состоялся концерт с участием рок-музыкантов, звезд дагестанской эстрады и танцевальных ансамблей. Совместно и во взаимодействии с мотоклубом Black Eagles MC состоялось открытие мотосезона, состоялся мотопробег. Цель мероприятия – это привитие навыкам безопасного поведения на дорогах всем любителям мотоциклетного спорта, мототранспорта.